Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и очередной прогноз на чемпионат мира 2022 года в Катаре, матч США против сборной Уэльса. Итак, США попала сразу же в финальный раунд CONCACAF отбора на чемпионат мира, где и заняли третье место и автоматически, без всяких стыков, попали на групповую стадию чемпионата мира. По поводу сборной Уэльса, команда заняла второе место в отборочной группе, поэтому отправились в стыки. В стыках 2-1 обыграли австрийцев и в финале обыграли Украину со счетом 1-0 и тем самым заработали себе путевку на чемпионат мира. И вот так вот уже на 4-й минуте, уже и 5-я вот шла, и шикарный гол Пулишича. Игрок в прошлом Дортмундской Боруссии, сейчас игрок лондонского Челси, вот так вот еще отпраздновал свой забитый мяч со своей татуировкой, если я не ошибаюсь, в виде тигра она у него сделана. И вот так вот боковыми ножницами он забивает и выводит сборную США вперед. Ну и мы сразу видим, что Уэльс не стали отсиживаться, сразу же побежали отыгрываться. И вот такой вот момент был у Уилсона, но он его запорол. Ну а через пару минут уже США снова вышли в атаку. И второй удар в матче реализовывает американская команда. И Кристиан Пулишич забивает второй гол, оформляет дубль. И снова все увидели его татуировку. Если кто в первое празднование гола не увидел, то Пулиш специально показывает еще раз. Вот так вот между ног голкипера мяч залетает. И счет 2-0. Уверенно себя чувствует США. Ну и вот такой вот еще момент. И уже 23-я минута, 3-0. Хет-трик Пулишича. Ну вот просто замечательную форму к Мундиалю набрал он. И сразу же в первом же матче отгружает три мяча в ворота Уэльса. Ну, замечательная статистика для Пулишича. Главное, чтобы также продолжал. Ну, мы смотрим еще одну атаку. Здесь уже Пулишич сам пытался ассистировать на этот гол, но забить не получилось. Смотрим. Шикарная передача на Бейла пошла. Он сохранил мяч. И смотрим на его дриблинг. Как будто Гаррет и продолжал весь этот сезон играть за мадридский Реал, а не за Лос-Анджелес Галакси. И шикарно отыграл на своего партнера. И в итоге Уэльс вроде бы забивает один мяч, при том, что соперники уже отгрузили три. Может быть, гол престижа, а может быть, сборная Уэльса получится отыграть преимущество США и сохранить интригу в матче. Главное, что получилось еще в первом тайме забить сборную Уэльса. Но шансы в любом случае есть до самых последних минут. И вот концовка первого тайма. Уилсон с мячом. Видит он Рэмзи на Бейла. И тот гол плюс пас за последние там сколько? 5-10 минут. И Уэльс довел счет до минимального. Отставание свое до США минимальное. И капитан Уэльса Гаррет Бейл, как говорил Гольф Уэльс Мадрид, вроде так. Надеюсь, расположение я не перепутал. Вот. Но, как мы видим, в Америке Бейл не только гольфом увлекается и занимается, но еще и успешно проводит тренировки. И перерыв. Счет 3-2 на хет-трик Пулишича. Гол плюс пас от Гаррета Бейла. Во втором тайме моментов как таковых не было. Мы видим сейчас опасный удар со стороны сборной США. И вот уже на последних минутах, секундах сборная Уэльса побежала в атаку в надежде на то, что сыграть в ничью, но не получилось. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.